Так, добрый день. Будем сегодня рисовать с вами такую вот булочку и конфеты. Так. Так, булочку я положила на тарелку, на контрастную, чтобы можно было видеть ее форму, цвет и объем. И конфеты положила на контрастную белую, ну, бежевую тарелку. Так, будем сейчас рисовать с вами. Начнем сначала с булочки. Вот я ограничиваю пространство на плоскости листа. Намечаю тарелку. Я пока рисую это все на глаз. Это скетчи у меня, это наброски все. Поэтому я рисую. Теперь я рисую булочку. Так. Общую форму ее. И определяю. Здесь вот ее, по-моему, разрезали. Разворачивали. И разнообразные здесь вот эти. Так, здесь падающая тень снизу. Так, и в тарелке тут толщина нижняя. Тень. Так. Так, я буду рисовать акварельными карандашами. Сейчас я буду набирать общие массы. Вот самую темную тарелку, но какой мне тон больше всего подходит. Такой вот, да, приблизительно. Я буду сразу штриховать темным тоном. Массу вот эту вот буду набирать, сразу делаю заливку всей тарелочки. Она у меня здесь темная, контрастная. Здесь на тень захожу я тоже. К низу немножко светлее делаю, потому что свет сюда падает. Так. Это можно еще контрастнее сделать, стонировать. Меньше уже. Теперь подправляю форму. Не совсем. Так. Немножко красноватым оттенком пройдусь. А там такая сиреневато-красноватая. И в тени пройдусь такой вот сиреневым оттенком. Не совсем таким, наверное, розовым.
Тень будет, падающая тень будет. Так, пройдусь немножко тут по бликам. Белым карандашом вот этим меловым надо проходиться сразу. Потому что если уже положили, то он здесь, вот смотрите, видите, он уже не ложится. Здесь формируется пленка, и он уже не может перекрывать. Я здесь немножко блик сделаю. Так, здесь сейчас пройдусь немножко. Здесь светло, светлая часть самая у нас. Теперь будем тонировать. Затемняем теперь вот. Так. Так, здесь вот прорисовываем аккуратненько эти. Хвостик мы уже уменьшаем здесь. Так. Угу.
толщину делаем тарелки. И вот это у нас тут, я сбоку сижу, и у меня уже глубина тарелки. Так, это толщина у нас. Туда вот сюда будет уходить. А это будет глубина тарелки. Так, вот толщина нашей тарелки. Здесь можно еще подчеркнуть. Утемняем. И получается, наша булочка, она выходит на передний план, становится более объемная. Здесь еще можно еще больше вкладывать самое темное место в этом рисунке. Вот, наша булочка выделилась. Теперь вот ее здесь можно утемнять постепенно. Я возьму такой рыжеватый оттенок. О! И делаем. Еще больше утемняем нашу булочку. Так, вот теперь мы ей корректируем форму, потому что здесь вот она не такая идеально ровная, она немножко с изгибами. Сюда аккуратненько. Здесь светлая часть, оставляем ее. Так, и у нас тут вот снизу можно чуть-чуть затемнить. Корректируем, чтобы она у нас, как это говорится, лохматая не была. Булочка у нас гладенькая, ровненькая края. Так. Так, вот так вот получается у нас она. Здесь можно затемнить. Так вот. Получается, вот и тарелку мы сейчас подправим, чтобы она у нас тоже была не рваная, не лохматая, такая ровненькая была. Лишняя. Нужно вот здесь вот еще затемнить кусочек. Плавно переход сделать чуть-чуть. Здесь вот изгибы есть. Карандаш не стерла, и карандаш остался. Так. Может быть, вот это сильно контрастное, можно чуть-чуть сбить. Плечок. Чуть-чуть можно сбить. Так, ну вот такой вот набросок булочки у нас получился. Можно здесь еще чуть-чуть затемнить. Это теневая часть ее.
Такой вот у нас набросок получился. Так. И можем еще конфеты мы дорисовать. Конфеты сейчас внизу я сделаю. Так. Конфеты я просто здесь нарисую. Например, как я вижу. Конфеты. Они будут чуть-чуть длиннее, конфетка будет у нас. Здесь у нас такие вот узоры. Угу. Потом у меня оранжевая. Так, оранжевого нету, я пока рисую. Так, пока я желтым нарисую вот эту конфету. И вот эту конфету, которая оранжевая, я буду красной с желтым смешивать. Немножко. Пускай так она будет. Так. Так, белым сейчас я блики добавлю сразу. Где она у меня бликует? Здесь вот даже белый, он смешивается с цветом. Получается уже оттенок. Здесь чуть-чуть я беленький пройдусь вот с этой стороны. И здесь чуть-чуть пройдусь. Теневую часть выделю. Ой, световую вернее. Так. И у нас падающие тени тут. Такие вот у нас. В тенях я чуть-чуть желтоватым пройдусь, красноватым. Так, вот, так как у нас тень падает на предмет, ой, отражение цвета идет на стол. Так, я вот так сделаю, чтобы видно было, что у нас тут. И теперь я прорабатываю тон. Делаю. Так, на помощь возьмем чуть-чуть красноватое легонечко.
Сейчас дорисуем конфеты с вами. Немножко. Так. Корешневат возьму чуть-чуть. Желтым закрашиваю, потому что буду красным поверху работать, и будет в итоге оранжевый цвет у меня. Коричневато пройдусь. Тут такой нюанс, конфета она прозрачная, тут вот блики световые отражаются. Это розовенькая конфетка далеко, да. Тогда и вот надо розовенькая. Здесь желтовато у нас. Так. Здесь чуть-чуть с ним пройдусь. И у нас такая тень будет. Возьму сероватые кран. Простой серый. Можно чуть-чуть тут подчеркнуть. Так. Большое сделаем такое.
Тень падающая. Так. И чуть-чуть здесь вот подчеркнем. Форму корректируем. Так, и здесь можно чуть-чуть снять. Так. Чуть-чуть можно вот здесь вот затянуть еще. Так. Легонечко. Сильно не сжать, а легонечко. Ну вот такая вот конфеты у нас получаются, такие булочки у нас получилось. Ну все, до следующих встреч.